Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу Легенда 2,5 на 6 метров, комбинированное покрытие. Часть будет крыться стеклом, часть поликарбонатом. Пока приехали, разложились, приступаем к работе. Каркас теплицы мы поставили, закрепили к основанию. Основание у нас бетон. Закрепили с помощью анкеров, установили отлив нового профиля. Сейчас он не просто уголок 50 на 50, а как бы 50 на 50 и еще 20 вниз буквой S. Отлив отлично смотрится. Покрыли стеклянную стеклом стену одну. Сейчас будем ставить перелив и идем делать крышу, точнее дальнюю стену, она будет из полика, и потом крышу, она тоже будет поликарбонатная. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5 на 6, комбинированный тип покрытия. Стена и один торец у нас стеклянные, в стеклянном торце алюминиевая дверь левая установлена, вся остальная часть теплицы поликарбонатная. Это стена, в которой установлены две стеновые форточки, торец с форточкой тоже торцевой на термоприводе и крыша с форточным блоком поликарбонатный. Каркас теплицы из трубы 40 на 40 сделан, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетоне, закреплено с помощью анкеров, установлен отлив классный, красивый. Также для большей жесткости имеются диагональные усилители. Так как теплица имеет стеклянные элементы, диагоналей установлено больше, чем обычно. 8 штук на всю теплицу. Поликарбонат и стекло имеют толщину 4 мм. Плотность поликарбоната 0,7. Все торцы защищены торцевым профилем. Стекло крепится с помощью профиля, системы, база, крышка. Вот такая отличная, красивая теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!